Хей, салутари атоц! Асэц сэм дьё, лебеда Максим, Валерию Кирка, активист лучевик. Вам дискуда, дес приказу утари шокат, кар сам тэмпат ерь, ин магазину номер уну. Домну Валерию, птес поня. Бонасара вамень бонь, добрый вечер, люди добрые. Хочу рассказать сегодня о ситуации, которая произошла со мной вчера у магазина номер один. И рассказать, как это все на самом деле было, и донести до людей побольше правды, и чтобы люди не оставались на стороне и пытались как-то защищать свои права, и не закрывать глаза на этот весь беспредел, потому что завтра-послезавтра будет еще хуже, чем сегодня. Я урок Риджия с Пуи видел на Марону. Нахожусь в номере один, улица Докучаева. Сейчас подошел охранник ко мне и начал мне предъявлять. Вот. Делаю покупки покушать. Подошел охранник и начал мне предъявлять, чтобы меня не обслуживали. Потому что я без маски. И охранник сказал, что есть закон, решение правительства. Я его попросил показать это решение правительства. Он сказал, я тебе не обязан показывать это решение правительства. И вызвал полицию. Теперь будем ждать полицию. Посмотрим. Пусть едет. Да, пожалуйста. Пусть приедет полиция и покажет мне закон. Я согласен. Я просто попросил парня, пусть покажет закон, который обязывает меня одеть. Тогда, не, я... Мы знаем сейчас. Маска. Где? Ну, закона нету такого, уважаемый. Нету такого закона, которого нас заставляет. Нету закона такого, уважаемый. Нет. Пожалуйста, покажите закон и все. Не вопрос. Аратац, лезешь, фэр проблем. Сейчас будем ждать полицию. Деч, Валерию, тут иду сам магазин. Врут с вашей нечто температуры. Да. Че сон там плат? Ам интрат ин магазин фар проблеме. Спун дрепт к во патру дзели на инти диаста кум дивер. Ну тот там фос ла номер уну, тот ла магазину иста, шо факут температуры. Что-то ира у пазни шешка, ю цин минти, пазни ку иста, кар ира наше скурт тунс. Шам прокурат, шо не авем проблеме. Так, а сфера маска? Да, ира фэра маска, фэра нимик. Ио ще ам обсерват, ка ел сопрекиат. А ну не спус нимик. Eu am făcut cumpărătură, m-am închitat, făt tot frumos și m-am dus pe chestiile mele. Asară s-a prinit... Nu, ieri. Da, ieri. Da. Ieri s-a prinit așa chestii, că nici un gând nu avem că eu pot să am ceva de probleme. Că eu la mulți oameni spunem că, uitați-vă, ne pare de bine că numărul 1 am intrat și niciodată n-am avut probleme în cazul ăsta. Numărul 1, DIPI? Docuceava 6, da. Că n-am avut niciodată probleme și spuneam la oameni, uitați-vă cum nu se încalcă drepturile omului. Da. Că la mine în alte magazine, la mine culinele aveau tot dește cazuri, că vă 4 luni în urmă, fix așa eram agresat de poliția la Botanica. Pe strada Hristobotiva, că nu țin minte, în Ogreț este încă un magazin. Eram cu un prieten de-a meu, Oleg, îl cheamă. Și prin ei și tot am intrat să cumpărăm apă și era refuzat să cumpărăm și a chemat paza, nu, a chemat deodată poliția. Eu pe poliție și tot așa i-a întrebat cum și asară. Când a venit paza cu polițiștii asară, eu am dat numai o întrebare, oameni buni. Frate, nu avem nicio agresiune din partea mea. Eu am spus, dacă ați ne arătați o lege ceva, eu să mă confirm. A putut vreți pe că tu, pur și simplu, ai intrat pe cumpărături? Da. Și ți-au interzis să faci cumpărăturile prin asta? Eu eram, deamul în magazin, deamul am luat, deamul produsele am luat și deamul la ieșire.
Можу с пазнику, ком я одям в Амвроц я он кого бука дикарниш сапроки и пазнику, что спуска сам брак маска. Ага. Что я ругат? Да, я он ругат снярете леди. Унди я сент облигат спорт маска. Я спони, ну к яка е интернету, Google к околу тот и скрис. И спон, фрати, я кит ма уитат, я никаер нам веста шо шва. Жда кит он чва там акус. Да. Аратен чирок. Трох фрумос, да, арат. Да, аратен, шо дак околу чувата есть им фелуиста, ка ю сент облигат, шо дак сент пи документили есть семнатурили а гувернулу, а парламенту, шо а пришедентилу, шо дак есть им публикат ин монитору официал, ю сент дяк корцо порт маск. А пынкин кести дейсти анус, ю ну сент облигаторию сент. Ка комиссили, комиссия каре и факут, ей ну есть он орган компетент, сау он орган дистат, каре ари дрепту с модифи чи леж сау са импуны леж. Леджили нума са модифичи сау са импуны нума парламент сау он говер. А тот, че есть, аста есть о рекомандаре. Ам инцес, хайди сачем пауза. Реджия, пласязы, видел нума рол дойти рок. К вам не сенцеля, где спричай? Старайте, ёж, ун документ чевата, конкрет, семна ди гувер, ди пришединти, ди președintele parlamentului. Și dacă să arăte așa un document, da, poftim, facem. A dacă nu e așa nici o foaie, nimeni nu este în drept să vă împună să faci ceva ce încalcă drepturile voastre, drepturile omului. Dacă veți, vedeți oameni buni, ei nici față de amul nu vor să arăte. Arată față să te vadă toată lumea, ia. Dacă ești drept, frate. Frate, dacă ești drept, de ce nu te duci? Arată-i fața ca să te cunoască oamenii. Вот, видите, убрали в сторону. Яка, вот. Вот так. Яка, видец? Где че? Ну, сантем на театру. Мына, мына, где не депенин? Ну, я ну там пусть мына пить. Ну, я пусть на машину. А где че? Греш. Чинай лукру. Я уж теп лукру мне. Я уж теп мэнкаря, ома. Ту, я врю саманы. Ну, я ты че спасть? Ома, я не интересуюсь, сфа кумпаратур. База лачия леджи, я на рад антирок. Эко вунди, я кто, иди штепка. Не на его ату, кому шьет год. Прикиньте, тут мне еще начали угрожать, чтобы я выключил телефон. А вот звай, иди штепту. Штик и ту, а с распунц. Кай пус мына, кай еще кэмерсен. Я, оти кумфужи, я как кумфужи. Да ну есть, че тут требус молоть? Вот так вот, представьте себе, какой беспредел. Да что есть у батая дежок, ламень бунь. Дамна, вы интересуетесь факум паратур? Юам дрепту тетка, ю не апар дрепту лемеля, шанруга, да. Да, восемь тецун уом, кари, ну, вы сентец он публик, кари, а му я требу с распундис. Дичи, вы не отцентерзи с сва кумпаратур. Унди полиция? Полиция, унди? А тут пентру вообще, ка я пус мы на пи телефон умел, а с распундис. Ша, а с распундис. Ой, юсен барба. Ой, мы на... Что я прокиат? Ой, дистанция цене, о, ути, ути, кунсо прокиат. Дистанция цене, о, сингур спойди дистанцию, что сингур тебя проки. Мамилор, уйтаться вы кади фрумос Валерию Ворбяку, персонал один магазин. Ше, кума кола, винта пазнику, ше спуни, кило фаш театру. На самом деле, когда кто сквозь телефону, tu vrei să faci o fixare video cu fără de regulă sau fără de lege care se întâmplă acum la momentul dat cu tine. Ei spun că tu faci teatru aici, vizitele culoarea asta nu le place, asta e teatru, anume se cheamă în Republica Moldova, da? Dar cum paznicul s-a permis și, nu știu, să ducă, să puși așa cu, cu mâna telefonului. Asta și obiectul lui personal. De când paznicul poate вообще așa lucruri să permită lor? Eu nu înțeleg și cu bredul și cu bispredelul ăsta care se întâmplă la mâine. Pe mine, dacă ce să începe să mă bombănească, prost, eu mă nervez. Toți oamenii acolo prost să trec și să uită.
Хасню там все щебы. О! Ну, интердик, піднес вам телефон з укшепука. Ви пазнікули. Так це ж воно спавши, кема поліція. То наші ці пропіді вомш зі спущі асфака. То вообще капнути, конечно. Шифеди пазник то ешь такого вообще. Диони, чинится, да, це воешь асфач. Кари театру еще сфач. Щику беспредел. Ща мой сын, ты напоминал, ну, пасан целик. Аста полный трэш. Аутфил. Вензатара у испульника. Тупи не мафил мест. Идет, ну, спать с мафил мест по мене. То ешь около лукратуары, то около лукрес. В смысле, за мной спать с мафил мест? В магазине кыти камеры, сын, сус. Пати, тут асандру магазин сейчас подавать. Чего бы пинима филмац? Не если пати тот новом плаще. Вы вообще капы вагонист, чего фашист? Декант уамни, кари лукреаза, он дива? Или есть персоны публики? Декант де пати спойк пинима филма? То ну ешь атиня кассам примурент. Когда съела атиня касса, то еще кого спойк пинима филма, кай стай луку привата мел. Когда ешь ла лукру, фии бонаш магинитажни горы. Какого кити камеры сын сус, шели птинит филмяза, кого пилок. Тут аж Жингуру, да, да, когда пришли в него персонаж, что фильмяза, ее цец интердикс на фильмез. Круто. Шинку он укрывает спонеч. Пазнику испонен, лас телефону фи барбат. В смысле, да, кто цел телефону, шфач фиксари видео, дам тунеш барбат автомат, а кумец он целек. А может, да, спать, спони, да, спони. Так, я спонен, ди барбацы, дар, ди че барбату иста, гельмели? Пазнику. Ну, не ротат леджа. Дичи его кимат полиция, дичи его кимат пазнище. Ил так и барбат, дичи его жил. Ил просимплу путес не рати леджа. И уника ще ругат леджа. А к ее фильмам, ее фильмам пентру ащека сняпор первым дрептурли нас. К ее штил кум ланой се лукрязан жудикес, ее штил кум се ланой с фабрикяза досари, ее штил кум ее сингурам авут шам пензуадяз досар пенал карину и термина. Тот и пусынка дин тимпурли луплахатнюк. Пентру кестили щелик ее мастеру швата с факт пентру амин симпли. Шу ее остану факт пентру пиар чего так у маколу сын с гасес водой три фер фиец ничего по фаше ничего кувинти реле и оста факт пентру ной ка строим ной антро цары бун антро цары фрумаса кждещи ной яры ж ведеск ну ка снило ему ну мына ди мына к ну адяму тецн тем сатурас дик есть аса кари с петрешин тем дидой трия Ну и требу снило им ди мынш с фашем с луптем им потри вот это геночид луиста. К мыне Яка пімені асари мабатів пазніші, да? Ка ю ну спунк тец пазніші. Асари тема аса. Да, ю ну спунк тец рей. Ну і націонататі рей. Синт уамінь рей. Шно і требу к уамінь єсть асу, там, да, ну, ку, к мені, ну, шту нам ідея, к синт інкалкаті дрептур лі омови. Ку тету, ку... Валер, не тарируем парик, ту, я ж спунік дісул ді фрумос, я дискутат ку їй, și persoanele care acolo funcționau, ele foarte urât s-au comportat cu tine. Mă ales că ei n-au voie să iei telefonul de mână, ei nu sunt competenți, asta nu e într-o competența lor. În diopște, asta e paznicii, trebuie să, pur și simplu, să păzească marfa din magazin. Dar n-au voie să te atingă pe tine, în diopște n-au voie, măcar un deget să-ți pui pe tine, n-are voie. Lucru paznicul, da, lucru paznicul ca să nu se furi marfa. Și tot, el trebuie să păzească marfa. А на пазнику наре дрепту сын пуны пи клиент швата с фак. Есть и конституция, сын дрепту ли омыл. Да. Он де искрис, к нишуном, но есть и дреп степуны с фаш, ништи кеси кари ценут сплакуть. А кыть и орик, як у мысли лешти, кыть суамень, а у проблеме ку санататеш, кын ел им брак и маскаса, лу янк и майрэв с фаши, кын ел рассуфла пен маскаса. Ш яры кыть яму, тет и Европа есы. Это Европа, Итац, Сильвеция, Англия, Болгария, Румыния, дяму, тец, тец, пин прижур, ес, тец, динке, есть аса, ну, малоной Молдове, ну, малоной... Молдовене, да. Да, яка с Петрещ, ди часто с Петрещ, ка аще дисус гувернанцы, и ну истимес пениме, и ну апор пениме, и луптым потревала тот. Că ei știu că noi nu cunoaștem drepturile noastre constituționale și de asta ei manipulează cu asta. Și sunt niște, de ăștia cum îi spune, troli care sunt plătiți și ia că ei în loc să arăte legea, îi îmblă și ia că pe oameni
fapt de cuvinte rele, că el n-are ce spune la concret, cum e că și cu paznicul Isa s-a întâmplat. Eu i-am rugat să ne arăte legea. În loc ca să ne arăte legea care el ne spune că este, eu îi spunem, eu nu o cunosc, eu nu o văd, ratați-o, și eu pun mască. Valeriu, putem vrea să întreb. Eu s-a întors, eu chem poliția. Eu a spus, bine, chemați poliția, eu nu fug nicăieri, că eu n-am de ce mă teme. Eu știu că eu sunt apărat de lege. Numai eu n-am crezut că la așa ceva să ajungă. Ce tu crezi când ți-a spus paznicul, hai nu faci și teatru? Ce tot? Teatru, în primul rând, el îl face, dar nu eu. Că el fuge de la teatru. Că omul, dacă are dreptate, el niciodată n-a să fugă. El a spune dreptate și a să arăte la concret, pe fapte concrete, dar nu numai pe vorbe. Dacă tu pe cineva te acuz, tu trebuie să dovedești, dar numai să cu vorbe. Să înțelegi un lucru, că când paznicul ți-a spus că hasim bărbați, da? Strânge telefonul, asta el pur și simplu nu știe legile care sunt. Și adânsul ăsta știe cum Uniunea Sovietică, tipa, hai fii bărbat, buți mujicom, tipa, și cu camera, să și parchești fata aici. Ia că a apărut un video cu vreo 3 săptămâni în urmă, 3 luni în urmă, tot cu paznicul ăsta, era filmat de alt om, tot în privința la mască, și tot lui paznicul ăsta era dat întrebare, ați place masca asta să-mi cu dânsa? Eu pot și să arăt video-ul ăsta. El a spus în video, nu ne place, a pe mine m-am pune, stăpân, șefii. Dar deși trei luni trec și tu deam un paznic, începi să-mi pui oameni. Când singur tu erai împotrivă la asta și spuneai că pe mine m-am pune, deși tu azi deam te-ai întors așa, dubli standarde? Sau poate ai un interes financiar, sau tu ești, poate ai interes cu paznici și ei? Cu Bercutul, poate cu, ești cu poliția, ea că împreună, ea că aici deamă sunt semne de întrebare. Și noi asta să ridicăm, noi asta n-a să lăsăm. Eu am înțeles, numai decât asta ai făcut. Oamenilor, eu vreau să vă spun un lucru, că persoanele care nu cunosc legile, așa mai departe, da? Trece pur și simplu o persoană și uitați-vă ce spune lui, la Valeriu. Regia, puneți video numărul 3. Video numărul 3, acolo unde se întreagă să îmbraci masca, tu spui să îmbraci scafandru. Da, da. Eu nu mă duc până când nu vine poliția. Care e diferența între cuvinte? Îmbrăcați voi masca și scafandru. Da, arătați, a cine sunteți voi să îmi puneți să îmbrac masca? A eu vă rog să îmbrăcați scafandru. De ce nu îmbrăcați scafandru? Eu vă rog să îmbrăcați scafandru. Да я не стриг, домна стригаш, и он распусла кузнецеля ели. О, вот, вот едет полиция, вон, полиция едет. Прочим, пошла в рогаменте один партия е, к ту сомбрач маска, да, тут треба нам дико сомбрач. Да дещи, когда ты пин сомбрач, сомбрач скафандру, я навряд сомбрач. Ну, а сакварка и форма диклому, да, pur și simplu rugăminte, dacă e noi nici o lege, noi, cum el și-a spus, dacă tu ne ceva interzici, arată măcar o lege, pe baza ce tu ne-mi spui în deopștirii, ar trebui să-ți fac. Fix așa și dacă tu ne-mi spui, nu mă filma, eu o să te filmez, pentru că ne-a să ne răsă legea, că nu-mi spate pe tine filmat. Așa? Da, așa spunește, cu cât e mai presus cuvântul ei, cu cuvântul meu, când ea ne-a dat întreba, când ea ne-a spus îmbracă mască. А я да, фиг саша, ругату сам брать скафандру. Какой ты мой присутствует кувенту е, кувенту мел. Тут аша я урагаминть. Ши дичи я су агресат аша таре. Ши интрадуэля рэнд, ку амензли еште тети. Амензли еште сан тети неконституционале. Аста нка ира доведит кын инаинти диалежи президенциале. Кын домна Майя Санду со плынс ла Курте Супрема. Ла Курте Конституционала. Ш Курте Конституционала уешит ку хатарири. Câteți și s-au petrecut tăți amenzile ăștia sunt neconstituționale. Dar de ce când eu am ea au venit la putere, ei au început să procedeze fix așa cum au procedat așa elanți care au fost. Eu nu apăr nici pe aceeași și nici pe ăștia. Eu cum protestam împotriva scumpirii combustibilului în timpul Plahotniuc,
Eu tot așa protestam și în timpul lui Dodon și protestez și în timpul de azi. Că eu nu împart oameni pe... Două părți. Nu, eu nu împart oameni în politici, în criterii politice sau în criterii, nu știu, sau în naționalități sau în limbi vorbite. Pentru mine toți oameni egali. Noi toți suntem oameni. Și de ce tu când nu erai la putere criticai, a când ajungi la putere, fix tot așa procedez și încă mai grav procedez. Am înțeles. Hai să discutăm când a venit Bercutul, da? Da. Ei când a venit Bercutul, tu ai crezut că poliția m-a intervenit, cum am înțeles, nu? Получается так. Я извиняюсь, хочу и на русском, и на молдавском, как бы, чтобы нас чуть-чуть понимали побольше людей. Получается, я когда вот подошел охранник, попросил одеть маску, я попросил закон, в ответ был отказ мне по закону. Он сказал, я вызываю полицию, я говорю, да, не вопрос, я никуда не ухожу, mm-hmm. это все заснято. Говорю, буду дожидаться, мне нечего бояться, некого бояться, я свободный человек, конечно. Я живу по конституции, я живу по законам, я не живу по правилам каким-то. Правила есть в спорте, в футболе и так дальше. Но в нашей жизни людской есть законы. Mm-hmm. Вот этим я и живу. И получается, что он вызвал полицию, и когда я вот стоял у выхода, потому что я хотел проплатить продукты, uh-huh. они убрали в сторону мои продукты и сказали этому человеку не продавать. Я, чтобы не задерживать других людей, я вышел к выходу, стоял у выхода, ждал, дожидался полиции. И в этот момент перед полицией зашли с Беркута охранники. Uh-huh. И они мне первым делом тоже, что случилось? Я говорю, вот тут такая ситуация, попросил закон. Подожди. Редия, пони видео номеру, патру. Обвинит Беркуту, а он где Леджа? А он где Леджа Пентру Маск? Йоу, тирок, дистанция ценю. А муж дещи от его съеса фар. Фаш голожи и магазин. Я ну фаш голожи, я ругат и лежа с него, этим он делал, сам там... Телефон, время дело. А? Телефон, помогите! Йоу! Убивай! Эй, мы били! Телефон у нас. Выдели, блядь! Да, да, не спеша, пару, мост надо, да. Телефон. Я телефон, есть. Ну, а с распонши ел, а с вес ну мощи? Я коварок, аста. Ну мощи мог батута есть и дой. А ругат лезет с ней, эти. Не он тира, не нюра. Не ра. Не, ну ур. Не обвинит, он оспус. Мрака зворок маска. И он ругал с нярети леджа. Боето спуск, ну царать не миг. Ну спунтар ю нас им бракинка, но с нярец леджа, он дьё сын. Унди, ю сын. Ну унди. Дом полицы, мне цим ворок леджа, а ротация. Он не каир, ну маду, ты чё сын ты... Ам фура чувата, слушай, ва там факут кассю. Чем он калкат? Бини. Бини, эй. Вообще, ну, вот дескать. Ян, давай. Давай, Ян. Дом, а вы скажете, где не тать? А? Да. Я сам пилот, я не каерну маду. Я не каерну маду. Ши, мамина, ротация, прикол, да? Той кемат, я спрошу, где ты сам магазин? Și ai văzut o fără de lege care s-a întâmplat în momentul dat. Tu te aștepți că nu și-a zis Bercutul, a zis poliție. A se rezolvă problema. Tu și știi că tu ai dreptate, da? Nifigă. Ei te scopi de magazin, începi tine să te bată, telefonul cade jos. Tot normal. Oamenii trec și se uită la asta. Dar ce să ne fac oamenii, da? Ei justem.
Dacă poliția lucrează sau duce slujba, apoi e fapt tot corect. Așa cum trebuie scrie. Cum scrie în regulamentul lor? 320. Poliția prima a venit, prima s-a prezentat, a spus că ieșinii s-au numit, Bercutul fix așa ești. Eu nu știu, mă gândesc, poate să mă duc să cumpăr de la piața centrală vreo uniformă de poliție, să-mi pun niște pagoane, să merg și eu așa, știi, așa, crutoi ca un om și să mă duc să apuc pe cine vreau. Te duc la inspectorat, dar îl duc undeva în podzemcă, undeva, nu știu, vreau să mă apucăieze dânsul. Eu sunt polițist, am ni poliț, ni tot în spate, eu sunt Dumnezeu. Așa el la noi lucrează. Persoana, n-a început să strige în magazin, n-a început pe cineva să lovească. Vorbi, nu vorbi vulgar, merge frumos, amabil era. Și știi cu dânsul s-a întâmplat până la urma urmei? Trebuie să uitau cum pe dânsul bat, cum telefonul cade. O, zato polițistul a ridicat telefonul și s-a uitat la dânsul. Încă gine că laivă măcar n-a stâns, că, dar vdruc încă și poate și telefonul au luat, îl pune în buzunar și primul te păduși la caută. Și, poate o secundă. Spune. Dacă este momentul ăsta tot în video, când când пазнище один магазин, когда у меня вот есть момент в магазин, да, когда вот меня вот по просьбе покажите мне Беркут, когда спросил, что без маски, я говорю, покажите мне закон. Угу. И когда они меня начали там крутить, хватать, крутить, они пытались где-то ну минуты три меня вытащить, и у них чуть силёнок не хватало, и у меня упал телефон, и он упал лицом вверх. А, и ногой? Подошел парень, тоже видно охране, и говорит, о, там, я не помню имя девчонки, он говорит, о, моя девушка хотела вот такой телефон. И я когда оказался на улице и начал кричать, где мой телефон, он мне вернул этот телефон. Но там присутствуют слова, о, моя любимая хотела такой телефон. Значит, уже был какой-то в голове намек, можешь присвоить телефон. Понимаете? Тут уже есть. Окей. Încă un lucru ce am văzut în video ăsta care noi de mult am arătat. Acolo este moment unde vine polițiștii și întreabă ce s-a întâmplat. Pe dânsul Bercuț îl scoate din magazin, polițiștii vine și întreabă ce s-a întâmplat. Dar tu nu vezi că Bercuțul pe dânsul îl scoate. Deci ce s-a întâmplat? Hai să întrebăm. Noi și nu vedem cu ochii, la noi ochii sunt închiși. Ce s-a întâmplat? Hai să întrebăm. Tot normal, pe dânsul o apucă, el strigă, telefonul cade, pe dânsul s-a bat acolo, ce s-a întâmplat? Nu, nică nu vedem. Polițiștii numai decât trebuie să întrebe, ei niciodată n-a să acționeze. Asta e polnă trash, eu ce să vă spun, asta cum așa păși eu... жесть просто. И суть в том, что сама полиция видела вот этот весь беспредел, как они меня вытягивают с магазина. И когда я уже вышел с магазина, вот мы вышли вместе с магазина, мне полицейский говорит, а что тоже случилось? И, а что ты без маски? Я говорю, а вот я попросил закон, чтобы мне показали. И мне его не предоставили, а начали меня просто уничтожать, как бы бить, да, угу. Агрессивно себя вести со мной, потому что нечего им доказать, нечего было им показать мне. И тут полицейский развернулся к охраннику, который был в очках, в маске, и начал у него спрашивать, что случилось. И я услышал, что охранник там начал чуть-чуть не то говорить. И я вот, есть момент, где я подхожу и говорю, «Спуни коррект, кумофос, говори правду, как оно было, не придумывай». И в этот момент слышно тоже видео, как беркутовец говорит, ты чё, мол, лезешь на драку? Чисарь лоботай. А там есть видео в магазине, которое видно, которое регистрирует все, что происходит перед магазином. И прекрасно там видно, что я не прыгал на драку. И в этот момент, когда я вот держал телефон, опять же этот охранник в очках хотел вырвать у меня телефон, в этот момент Беркут спотишка сзади конкретно нанес удар именно в солнечное сплетение. Он именно нацеленно бил солнечное сплетение, чтобы меня отрубить, потому что у них не получалось меня вытащить с магазина вдвоем, да? Угу. Бу, наверное, чуть-чуть спортом мало занимались, да? Я худенький, но я имею тоже здоровье чуть. А когда вот они поодиночке... Они смирные люди. А вот когда они в толпе, вот посмотрите результат, да, они героями сразу начали. Значит, у них есть общий интерес.
полицейского, Беркута и магазина охранники. Я предполагаю, я не утверждаю, я предполагаю, что там есть какой-то интерес среди вот этих, вот этой группы. Вы имеете в виду, когда видео, и когда Валерий был фильма? Я перманул птицу до видяска, я не виноват, наказал бы это. А это просто жесть, честно говоря, по-моему, Молдова. Я не имею чептес мафии, так я бы, фильма. Ше плюс аста, так как оно с Венеция казал дату на СМИ, спаде спос, просто не просто птес санкиды, локи, тец, аста, ше шас смерга. Окей, континуем. Поним видео номер 5. О, прикиньте, как они горят, они мне ебало закроют. Пожалуйста, закрой, попробуй. Попробуй. Бене, а с этой фильмат, он где ее? Бене. С кум есть. А твой секс пишет, это удобно. Эй, мы, ну, че, мы наебан, ты пил, ну, хрумел, блядь. Эй, мы наебан. Эй, вот твоя, блядь. Сюда. Вызовите, пожалуйста, скорую. Ну, пот. Салваря, салваря, кимас. Ну, мадукника. Ну, мадукника, е. Я никуда не иду, помоги. Люди, Докучаева, пожалуйста, номер один. Меня ведут просто уничтожать. Ну, ну пофиг, уйти к черу мелунка, эй. Уйти к черу, ел не с косом я. Люди, у меня сустав вышел, у меня операция на колене. У меня вышел сустав только что с колена. Пожалуйста, вызовите скорую. Ну, мадук, уйти полиция. О, меня жутаться, мы. Помогите. Ажутаться мы, ну мадук не каере! Уаминь, ажутаться мы, ну мадук не каере! Начепим кочея. На прямой рент. Чиниться спустя, закрой ебало. Пазни часа Беркута? Шинивата Димберкут. Димберкут тут? Да. Ага. Кью он спус арат и леди. Угу. Леди арат, он шел, не, не спуни, закрой, бал, закрой рот. Угу. Ш момент уист, ее принес к дин спать, и политуры адрептом пьет. Эй, кашал мой Беркут. Служеск контрчистотя. Ну, окей, и ну, с полицышт, да, с преспоним. Да, норщикас, я у дуку службы, оркум ар трябва си фолосу читатянову. Да, журамантул на удат, поати, ашама департе. Да, ей лукрează. Ши ей лук сапери уаменей. Ну, шо сажутик чева. И псинти тримет, шинка штибат, инка. Инка жди норма, шинка штибат. Круто. Да вин полицей, шли дупа сашан дреабу, да ши сон тумплат. Ши сон тумплат, да нико, ты норма, Беркуту, Беркуту лукрează, шакум ар трябва си лукрează. Алт лукру. Uitați-vă cum paznicul, da, în fața la polițist, încearcă să iei telefonul de la Valeriu. În fața la polițist. Dar polițistul, părerea mea, este impotent în cazul dat. Impotent! De tot că el trebuie ceva să facă. Cum tu vezi cu o persoană faci un bispredel în fața ta, dar tu tași din gură și te uiți. Ce fel de polițist ești? Tu ar trebui să te... Nu știu, te uiți când se întâmplă contravenție, să o scoți momental, să nu se întâmple, să nu se continue, să o oprești. Dar tu, pur și simplu, așa te uiți, așa și trebuie, da. Încă un lucru, paznicul, dacă ați observat, când telefonul a căzut, el cu piciorul așa a dat telefonul mobil. Asta e, da, tot normal, asta îi se arată, eu își spune, educația lor. Ei, ultimul timp, mi se pare că polițiștii ăștia, paznici și bercuții, vin din sate eu, pe dânșii la lucru. Ei, pe dânșii eu din sate, eu duc în oraș,
Šis komport, tot așa cum din sat, ei n-au educația lor, eu nu știu. Ei caută oameni needucați, n-are importanță, din sat, din sat sau... Ok, da, da. Ei caută oameni needucați. Nu, pentru dânsa asta ceva normal, spălească da. Omul, care cu nimic nu este vinovat, n-a început niciun, nu știu, nicio sfadă să facă în principiu, că el spune acolo de la început, vine, așteptăm poliția, lasă-ți vie, să ne arete nelegea. Eu nu fug, eu nu mă bat, eu nu fac nici rău. Așteptăm. Беркуту. Форца. А аппликат форца физика не justificată. Полиция в репе дынсу сал... Инкатушеза. Инкатушеза, да. Да поручесу вербал де рецинери. Но ему и так каша есть, да? Полицисту так тебе упрежь, так врезь, ну что, с ей... Стептенику, к форца. Ел требу скрис индиплинянскому прочес вербал. С justifici. Кауза. Pentru ce el vrea să plece forța fizică sau măcar să se prie în timpini. Mai ales, uitați-vă în cazul dat, adânsul, el avea probleme cu piciorul. Polițistul nu e medic, el nu știe în ce stare acum e piciorul lui. Dacă el mă să ridice, poate să fracturize mai tare piciorul. Chemă salvare dacă nu te pricepi, gândește-te cu capul. Și cum tu poți să-ți permiți să iasă, să ridici pe dânsul? Tu nu ești medic, băi. A să spun ție, băi, că tu nu ești medic. Și nici ți-ți permite așa să faci. Tu te gândești cu capul, dacă el se fracturează mai tare, dacă el rămâne calic toată viața, tu ați duci răspundere? Eu sper. Spie. Ministerul Afacerilor Interne. Faceți ceva. Autosesizați-vă. Bispredelul ăsta, eu dam nu știu până în gât dam în stânie. Cum voi puteți, voi când intrați pe Facebook, este echipa 902 pe Facebook. Voi când intrați, voi cum... Cu un ochi sau cu altul, cum voi intrați? Voi chiar nu vedeți bispredelul ăsta care mă se întâmplă? Fără de lege, fără de legile astea, mâine. Eu nu pot să înțeleg. Autosesizați-vă, este video, este persoana, scrieți-l lui, întrebați-l ce s-a întâmplat. Voi, nu știu, stați pe scaune, da? Și așteptați. Ok, lasă-mi scrie-ne procesul verbal, lasă-ți vie la mine, nu știu, lasă la procuratură să ducă. Numai decât omul, dacă ceva s-a întâmplat cu dânsul, trebuie să ducă la voi și să îndeplinească ceva. Da, autosesizați-vă, măi. Pentru ce vă, statul vă plăte, poporul vă plătește vouă banii, eu nu pot să înțeleg. Unde e apărarea asta, unde e asigurarea asta, unde e țara asta să aibă grijă măcar o leacă de tine? Tu te duci în magazin, ok, fără mască, dar puteți să o iuți acasă. Не дай бог, окей, вот это касса, я интернет в магазин. Да я раша с тикомпорт с куном. Что, окей, маска с этим тучим прямо рынд есть. Косну, море псеш, тял с вами, где экземпл ку ковида, да? Что, вы распоним ку ковиду мой присус, тик это печору, я хай салбатим пентру вас, она брусом брача маска, хай салбатим. А что требу? Хай ты с вами, который интернет в магазине, фары маска, хай сибатим, хай с кимом беркуту, беркуту сайбу, после блядь, сал скот один магазин. Toți oamenii astea treacă pe lângă dânsul, să uite cu ochii și asteamă, nu, dacă este acolo polițist sau bercut, noi să trecem pur și simplu, nimic n-ați facem și să ne uităm așa cu ochii. Poli... Jest! Da, spune ceva. Что я могу сказать? То, что произошло вчера, это просто выходит из рамок. Я не виню всех ребят, которые работают в Беркуте, если там хорошие люди. Я не виню всех полицейских, которые работают в полиции, потому что там тоже есть хорошие полицейские. Есть у меня знакомый. Вот опять же с охранной службы. Мы вчера приехали в скорую помощь, да. То, что там не хотели меня принимать скорую помощь из-за того, что я тест не хотел сдавать, да. Стацем пик. Ургам РДС по видео в шасси. Сказали из больницы. Сказали, тест не сделаешь, мы тебя в больницу не принимаем. Вот так вот, дожились. Меня в больницу не приняли, выгнали из больницы. Вот нахожусь на улице. Скорая помощь. Нахожусь в скорой помощи. Сказали, что если я тест не получу, не сделаю тест, то меня принимать в больницу не будут. Юпи вой дое доулунь, кен и раунки сте транспорт публик. Кен вой нац путут сажунжиц лалукру, свадучиц де лалукру акас. Еушку приятен имей.
Где меняться деловара щинь, где меняться не скула. Шпыла тырдзыл, пыловара доу динуапти. Водущем гратис, дебаний ноштрей. Лосервичу, сажута цуамени. Шсажун кензуа диас. Сщу бату, ди полицышт, ди беркут. Сщебрифузат скумпарменкари. Шамуя вой. Смалужи сдела спитал. Кламин ее ну под с манишком я, купещору я рыскос дин сустав, купла тет батут с вашей рушини. Медиш, шадущеца минти кум вой отздат. Клятва Гиппократа кумаколу, да? Шну ворушение муя смалунжец, шеда фара еще сынгец. Шнишну спот с манишк, ну под с манишк ламини пещеру. Ну я... Я сын тет на тавалитка пьем нож тушин. Як? Суставу ламини искос. Пламы пепту мадуари, капу мадуари, кайрам батуди полицейш диберкут по беспределу. Кынан ругаться рет лес, не рет и лежи. Шо успома, в рей лежи, шо он шпуц мабат инфацала тет и луна. Шними нусо прокияц мажуть. Шпентрушини ее дар мастеру слуп. Шпентрушини ее дар шедем деменяться маскулам лачинь деменяться шводущем лалукру медище. Пентруаще казас вой смалунгаз ди еще медище. Ну ворушини. Сващи и рушини. Ду меня зовут Эдведи. Ши. Круто, да? Персона. Садусь в магазин по компаратур. Сашпяк и беркутуш. Полиция звии. Асия перед репторой лой. Пиден сула батут. Елся фрактурат от печор. Пиден сула дуса спитал. Шичеку о факут. Нимик. Нимик. Жаманту лохи пократи теца уйтат. Теца уйтат, аса, теца уйтат. Фос ша фос. Хорошо, забудем, да? На персона аса, карафос, ел. Спуни, че той факут, когда фос пандемия концан чапут. Катилунь. Ты Жорди Трилоньку, приятель не имею. Где-то 3 месяца мы с нашими друзьями собрались и помогали врачам развозить их на работу, возить и с работы домой. Потому что в тот момент, вы сами это помните, когда был весь транспорт, когда транспорт был весь запрещен, когда они ездили, не троллейбусы, публичный транспорт. Врачам не было как ездить, не на чем было. Власть не подумала об этом, как помочь врачам. И вот мы с ребятами помогали врачам приезжать на работу и с работы домой. Все это делали, можно сказать, за свой счет. Да, там были пару компаний, которые нам чуть-чуть помогли по возможности, да, но 70% затрат это были наши затраты с нашего личного кармана. Угу. Люди знакомые у меня были, что чуть ли с семьями не ругались из-за этого, что они помогают врачам развозить их на работу и домой. Потому что боялись той ситуации, которая тогда была, да, и с дому деньги, когда уходили. Когда мы себе ничего не покупали, мы заправляли машину, чтобы лишь бы помочь врачам добраться до работы, чтобы они могли спасти какого-то человека в трудный момент. Чтобы они не шли пешком на работу, да, а мы вот это сделали, и вот он и результат. Я говорю, сейчас вспомню к Валерию Сионом, где Аурус подиспус, я говорю, сейчас вспомню респект, ну, что, потому что не именно Аурус, ну, что, ну, а респект, а то, ну, он кужурат, он куражат, да, он паре рэлка, не шо персона носа, а про пять, где-то нас уж, макаро, мы надеюсь, что торси пропои, когда сам там платку носа фэрэди лечи лезь, а когда сам, ерки, в магазин, а ко, кэц вам не ра, кэчнаса пропи, спой, ce s-a întâmplat, să te ajut cu ceva, măcar tot așa să iei telefonul să-l filmeze dintr-o parte, ce s-a întâmplat. Dar ne dai Bog să iei lui telefonul dacă e labă, poliția, sau bercutul, e labă telefonul și nu-i întorcepă. Da, eu cu timpul putebu să întoarcă telefonul ăsta, depune bă plângere, dar putebu videorele să-ți spară. Asta nu e problemă în telefon, nu e problemă în telefon, problemă în здоровье. Да. Вот это самое главное. Самое importantă. Și nu trebuie să uităm. Просто они шли по беспределу, они просто шли. Они не прямо... то, что шли по беспределу, они не знают законов. Они не то, что знают законов, они прямо нацеленно ломали здоровье. И это полиция видела.
Потому что когда они меня вели, даже, как сказать, даже не вели, я не мог ходить из-за колена, потому что при ударе, когда он мне ударил солнечное сплетение с подтяжка, я упал на колено, у меня вышел сустав с колена опять. Что-то, Йоро Криджия, смотрите, позили, антим после слепой у него, комбинацию, типа, чё батут, чё ромас пекор полой, чё спадиспоз ВТМ ромас. Рассказывай. И получается, они когда я ходить не мог, я просил вызвать скорую. Они игнорировали. Никто не вызвал скорую вокруг. И они когда меня привели в участок, просто как собаку вот вели, да, вчетвером вот, да, завели в участок по улице Докучаев 4, в подвале, да. Я сел на скамейку, боль была в груди сумасшедшая, потому что удар солнечное сплетение. Колено болело. Я вот находился в таком состоянии, потому что тяжело было дышать. Этот из Беркут продолжил бить меня по голове, зная, что ему за это ничего не будет. И он ждал момента, чтобы я встал и ему дал ответ. Если я бы его ударил, тогда они бы перекрутили на меня, что я, видите, агрессивно повел, что я там пошел, из-за этого они меня превысили, то, что я поднял руку на человека в форме, да, они этого хотели, но не добились этого. После этого вот Беркут и те два полицейских, два Беркута и полицейские ушли, я просил скорую, всю дорогу я просил скорую, это на видео тоже есть. В итоге я сам в участке вызвал сам себе скорую, приехала скорая, приехал участковый вместе, потому что обязан, потому что я сказал в 112, я объяснил, что я был избит, и там по автоматам приезжает и полицейский. Приехал полицейский, они меня узнали. Говорят, а ты, это ты опять, Валера? Я говорю, да, это я опять. Тебе что, нечего делать? Я говорю, нет, мне есть что делать. Я пытаюсь защищать свои права. И это уже не первый раз такое вот со мной происходит, потому что месяца два назад участковый один, вообще у меня есть тоже видео, он выгонял. Да, ну я ничего плохого ничего от него, потому что мы общий язык нашли, потом объяснились, но там не было вот такой агрессии, как было вчера. Мы нашли общий язык. Да, поначалу он себя агрессивно повел, но в итоге мы нашли общий язык, и мы разошлись, никаких штрафов, и он меня понял, и я его понял. И он понял, что нельзя, и он мне не предоставил никакого закона. И он понял, что он нарушает мои права. И было все нормально. А вчера это просто был беспредел. Вчера просто убивали. Били, чтобы повредить моему здоровью. Это цель их не была. Потому что нормальный человек, нормальный полицейский, нормальный охранник никогда так себя не поведет. Тем более, понятно, ладно, если я бы его ударил бы первый, дал бы мне ответку. Но зачем стоять с подтяжка, и тем более у полицейского на груди была камера, которая зафиксировала вот этот удар с подтяжка, что его жаба давила, что у него здоровья маловато. И перед лицом полицейского он меня бьет, и я падаю на колено, и я сам себе еще вызываю скорую. Редия, пони трех мос позили, персонал рукарел, партичпат он казал дат. Я в рисорок у амини. Да, как у него сры пидынши аси кунуаштец, аси видец. Сапати, ну что, и кер кунуаштец, кер, ну что, дац кунуши мы нафиг разы. В рук мос, он кужу рации пидынши. Я в рейку персонал дати, арфи курет кларка, полицейский как минимум. Скоты и полиции, сипуй пимаса, шиздука, не общие дела, полиции. И ну треба спозораска. Полиция. Полиция, да. Кисын так школу в Амень Буни, им полиции. Ее воспон, ее дес факт протест, как он был. Шпимул с полиции, что ее и конас. Ши в Амень кунсуфрит бун. А я как диспечина лаше полиции, шкари, асаров вас. И по негрест это пиуамин еще и нормаль, как ревор стресс к пиледжи. Что-то шлаберку, я как на терминат, я как на фост, когда я был в скорой помощи, да, там тоже была охрана. Что-то, ну не берг, но что-то другое. Но мы нашли общий язык. И сегодня мы даже встретились опять же с ним, мы поздоровались, протянули руки. Есть и там хорошие люди. Ну вот из-за таких
страдают нормальные люди. И, пожалуйста, полицейские, я обращаюсь к полиции, обращаюсь к врачам, к охранникам. Люди добрые, с доброй душой. Гоните таких беспредельщиков, потому что из-за них вы страдаете, которые реально хотят бороться за права человека, которые даже врачи. Очень много хороших людей есть, врачей. Но не молчите, боритесь и защищайте наши права. Не убивайте нас, просто защищайте. Я говорю, а мы, дорогие телеспектаторы, которые вы видите видео, да? Вы рок нас дистрибуиц, керакум, но ну, если чем, здесь через секунду, дистрибуиц видео, да? С адекватными эмоциями персуане. Сажунга са пенсус. Что сажунга видео са кеша придете нечто, кара партичипат. На конфликт улдат. Кара факут беспределу и са са пермин слор. С атачеву персуану не виновата. Просто воспользоваться полномочиями. Вот это вот ихнее. Без полномочий они бы этого бы не сделали. На самом деле. И когда они в одиночке, они бы так же себя не ведут. Они только могут, когда в стае, потому что это можно сказать, вчера это была стая. Конечно, ты сам от диких людей. Диких прямо, да, я согласен. Можно сказать, потому что они себя дико вели, не я. Я просил просто закон. И при слове закон они просто обливались красное лицо и как просто убивали, и все. Ну, нельзя так себя вести, нельзя. И люди добрые, которые в Беркуте, которые... Реально порядочные люди, которые не занимаются беспределом. Гоните беспредельщиков таких. Не должны вы позориться, которые реально хотят работать цивильно и красиво. И это и в полиции, и это везде, ко всем обращаюсь. Из-за таких людей, как вчера, страдаете вы, ваше лицо страдает. Когда полиция должна защищать граждан, комполицейские требуют сапери уамени. Садуку службы амфулосу лора. Да, амфулосу нос, сняпери. А воящи, вой, мэди партии, шедевши, инкой ценец, батая, садежок, мэди партии. Лащину я сажунжим мэни. Мы не осажунжим лащей, когда мы осампуштим фацала полицейши ними, нас распунды ними. Ну, спать аж чего. Есть и конституция, сын дрептур ли омулы, жда зворок, сфимуляк, май бунь ласуфлит, шлуптем, а шо ну спать? Я врезу по ногу мокру. Кум вы кринец, а моя? Довелося тому не норму, я за тому відео тарі інтересант, тому що сергам слатвує. Кому і кризис? Куча з окупованої поліції? Куча з окупованої армати націоналу? Вон Республіка Молдова. Реджія, поні в ультимому відео. Скажи парням, хто ми? Ми закон, сучка. За одеждой. И давайте все вместе. Мы закон. Да. Суки. Какого вы увидели, да? Тариф прикольный. Из консидер нам Дунезей. Так, ну, мы подношим нас и понимал пункт. А по ей... Ладно, сейчас и кряска, ну, что... Шивадя супракапулы. Я вроде спуна моя орчи персона, кари консидер каспат с факе. Он беспредел, не партия волю. Йоу, лебеда Максим, ши Faces TV, Public Channel. А что тем? Ты с вами, кари са конфронтато, ну что, опацы чего? Дело Ферди регуль, са ком беспредел, кари, ну что, дело полицыш, дело Беркут, дело орчи тип, ши орчи лукру. Скрыться не враг фоносного мессажа. Ну, я с инчеркен с вашим тетаста. Кыт мой популяр, сажун гаса пенсус, шы макар уамни, ка нас и вады пидынши динов, апсин конжуары. С стяма, кудынши сдеи мы на димняца. Тета ша ша тар врю тетаса с фак. Вы даже не шну ва имаджинац. Йо кэн вэт беспредел уйся, не пур симпл, мадуари на суфрит. Таре. Йо на посмот ком пи уамни, избат жок дынши, ком пидынши и бат. Вот это, конечно, тут... Ну что, за розовые глаза, розовые очки с фацем.
Что я говорю, что ж требуется? Ну, так полицейский садус, что я сказал, что требуется выбирать маску, а не только требуется. Мне не пофиг, дам иди маска, что я. Что я делал в Индиопше телевизионе TV8, около, в видео? Лор, знаете, на что я базат? Как персона не обрекает маска, как я был фără маска. Да, но я базат по человеку, потому что я сказал, что магазин с форца. A fost aplicată forța fizică nejustificată. Procesul verbal de reținere n-a fost făcut. Nimeni. Că tot normal. Nu am îmbrăcat masca, numai decât trebuie să se facă. Oamenilor, gândiți-vă cu capul. Eu vă spun, cât bispredeul să care se întâmple, eu să-l arăt pe Anoia TV, pe Faces TV Public Channel. Vă rog frumos, distribuiți video dat, cât mai mulți oameni să-l vadă. Хочу одно сказать, что что вчера произошло, все ответят по закону. Я это так не оставлю. Это уголовное дело. Вы мне просто в наглую ломали здоровье. Я это так не оставлю. И я не буду также заниматься таким же беспределом, как вы этим занимались. Для этого есть суд. Мы в суде встретимся. Я вот посмотрю, как вы будете там себя вести. Интересно, вы будете в суде так же себя вести? Я это обращаюсь к тем двум полицейским, к тем двум беркутовцам и к тем двум охранникам магазина. Я хочу, чтобы вы так же себя вели в суде. Но поверьте, уже в суде я буду давать сдачу. Я это так не оставлю. Вы по закону будете все отвечать. И по возможности я вас жалеть не буду. Вы меня вчера уничтожали. По закону я буду просить максимум, что возможно, чтобы вы в следующий раз другие, которые занимаются беспределом, знали, что за это вы можете очень серьезно ответить. Потому что это беззаконие из-за того, что они не наказаны, эти люди. А почему не наказаны? Потому что мы, люди, не обращаемся в компетентные органы, чтобы наказывали таких людей. Даже не могу сказать им, что это не люди. Потому что люди так себя не ведут. Тем более люди, которые в форме, которые должны защищать людей, а не убивать. Я еще раз скажу этим беркутовцам и тем полицейским. Я смерти не боюсь. Я боюсь жить вне воли. А сегодня что творится? Мы живем вне воли. И вы ответите по закону. Я беспределом не занимаюсь. Я так это не оставлю. Йоу, команда Faces TV. И секундочку, да. Я извиняюсь. И попрошу все магазины, которые занимаются торговлей, общественными делами, не занимайтесь самоуправством. И не заставляйте людей делать то, что им неприятно. Потому что есть закон, есть права человека. Если мы завтра дружно все начнем вас, апелляции давать на вас, вы, поверьте, вам денег не хватит оплатить все вот эти вот, весь этот геноцид, весь этот беспредел, который вы делаете. Я не заставляю людей там снимать маску. И не заставляя его одевать. Это каждое имеет свое право. Я здоровый человек. Мне неприятна эта маска, как и многим. Почему кто-то меня должен заставлять? Я же, когда вижу человека в маске, я же не говорю ему, сними маску или в этом что-то роде. Ну, хочет человек, пусть носит. Бог с тобой. Биня. Deci, comanda FSSV, vă promite că noi cazul dată să-l ducem, să vă ținem pe dumneavoastră la curent cu toate schimbările care o să fie. Și gata pe astăzi. Mulțumesc că ne-ați vizionat. Cu voi a fost Max, Valeriu. Pa! Огромное всем спасибо, приятного вечера. И люди, боритесь за свои права и не оставляйте это так, потому что завтра будет хуже, чем сегодня. Будьте добры и боритесь, пожалуйста. Знайте себя.